Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Прокуренная, бухающая, немытая. Лена Миро опустила Пугачеву и Лободу. Примадонна так похвалила Светлану, что блогеру стало стыдно. Популярный скандальный блогер Лена Миро в своей грубой саркастической форме опустила Аллу Пугачеву и ее преемницу Светлану Лободу. В своем блоге писательница назвала Примадонну прокуренной какой-то немытой женщиной, любящей вмазать, утратившей вокальный голос и прикрывающейся своими браками галок, как чайка. По мнению Миро, Пугачева трезво оценивает себя и осознает, насколько убого выглядит, а потому смело издевается над одинокими женщинами. К таким дамам она отнесла Светлану Лободу. По мнению Миро, она такая же прокуренная, бухающая, немытая певица, хайпующая на воображаемом романе с очевидным любителем мужчин Тилем Линденманом. По мнению блогера Алла Борисовна, грубо высмеяла одинокую старую певицу, а вовсе не назвала ее преемницей. Суперзвезде должно быть стыдно за сравнение с Пугачевой, ведь Алла ее обгадила с головы до ног, а она не увидела унижения в словах артистки и ликует. Поводом для нападок Миро стало выступление Светланы Лободы на конкурсе «Юбилей старперов Крутого». Суперзвезда исполнила песню Примадонны, а Алла Борисовна заявила, что теперь вся страна может жить спокойно, ведь нашла себе замену и будто передала бразды правления Свете. Остальные звезды, по мнению народной артистки, пребывают в тени. Все сочли слова Аллы за великий комплимент, кроме Лены Миро, которая увидела в них открытую издевку. Видимо, поэтому Пугачева и словом не обмолвилась о своей дочке Кристине Орбакайте. А как вы считаете, действительно ли Пугачева передала бразды правления Лободе, или все-таки Лена Миро права? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!